Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поздравляю всех вас с воскресным днем, в особенности причастников с принятием святых Христовых тайн. Сегодня мы с вами слышали Евангелие. Евангелие это от Луки, и в нем обращается наше внимание на два основных момента. И эти моменты жизненные касаются каждого из нас. Первый момент – это вопрос именно целеполагания, что в нашей жизни второстепенно, что первостепенно, что второстепенно. И второй момент, второй вопрос – это именно как нам относиться к тем ситуациям, которые возникают в нашей жизни. То есть, как нам, да, воспринимать и радость, и горе, которые есть в нашей жизни. Чтобы об этом лучше говорить, давайте еще раз вспомним евангельский отрывок и прочитаем его. Начинается он таким образом. «И рассказал им притчу, — говорит Христос, — у одного богатого человека земля хорошо уродила, и тот призадумался, что мне делать, ведь мне некуда собрать мои плоды. И решил, вот что сделаю, снесу-ка своей житнице, построю большее, и соберу в них всю пшеницу и все свое добро. И скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей, веселись. А Бог сказал ему, безумный, в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих». Первый момент, на который хотелось бы обратить внимание. Мы, люди верующие, христиане, по-особому смотрим на этот мир. Почему? Потому что всякий раз, когда в нашей жизни бывает горе, ну, в основном, как правило, мы именно к Богу обращаемся в такие моменты, но многие христиане обращаются, да, и в радостные моменты. Всякий раз, когда в нашей жизни бывает горе или бывает радость, мы вспоминаем о Боге. И нам кажется, ну, есть такие, да, в народе привычные слова, что вот, дескать, это Бог послал. Бог послал нам зачем-то для чего-то. И когда мы говорим о добре, то мы понимаем, что, в общем-то, ну, все как бы вроде бы складывается. Но когда в нашей жизни беда, то тогда невольно мы задаемся вопросом, как же так, да? Что же это за Бог, и почему он нам такое послал? И в чем же его тогда любовь заключается? Здесь важно понимать один очень важный момент, который фундаментальный, но который мы всегда забываем, о том, что Бог есть любовь. И Бог никогда нам не посылает ничего плохого. Бог всегда в первую очередь заботится о спасении нашей души. И конкретно на примере этой истории, да, важно понимать нам, христианам, что даже и в хорошем, и в плохом мы, люди верующие, умеем и учимся видеть промысел Божий. Те ситуации, которые в нашей жизни возникают, не обязательно они должны попускаться нам именно через Господа Бога, да, то есть Божьим промыслом. Почему? Потому что мы с вами видим, что Господь наделяет человека самым ценным, это что? Это жизнью и это свободой. И в том числе свободой выбора. В том числе свободой выбора с Богом или без. И здесь нужно понимать, что многие вещи, да, та точка жизни, в которой мы находимся, для христианина очень важно понимать, это порой результат его либо действий, либо бездействий. И часто в нашей жизни бывают такие ситуации, в которых, в общем-то, Господь и ни при чем. Да, мы сами что-то там натворили, напортачили и, напротив, потрудились и достигли результатов. Но христианин, да, это человек, который в любой ситуации учится видеть промысел Божий. В любой ситуации учится увидеть Господа Бога. Будь она хорошая, да, или будь она не самая лучшая в нашей жизни, какая-то горестная. И вот на примере этой истории очень хорошо видно, когда этот человек состоятельный, когда у него появилось большое-большое состояние, к сожалению, он в данной ситуации не увидел промысла в этом Божьего. И, в общем-то, если мы почитаем Евангелие, мы с вами видим, что это человек одинокий, и, в общем-то, человек, скажем так, нищий духовно. Почему? Как, да, все это происходит? Человек очень... Это не значит, что мы должны относиться отрицательно к самому факту того, что он был состоятельный или то, что у него получилось состояние. У нас в церкви так тоже, к сожалению, есть такое заблуждение, когда мы сразу воспринимаем богатство, да, или какое-то состояние как что-то сразу же отрицательное. Забывая о том, что точно так же на одни и те же деньги и строится храм, и на одни и те же деньги, да, совершаются какие-то злодеяния, какие-то грехи человеческие и так далее. То есть важен именно результат.
важен результат, и мы с вами знаем много других примеров, например, примеров святых, которые были состоятельными людьми, князьями, которые управляли городами, и это не помешало им достичь Царствия Божьего. Вот здесь именно важно то, как мы относимся к тому, что нам дарует Господь Бог, как мы относимся к тем дарам, которые нам посылает Господь. И для человека состоятельного, на примере, да, вот этого, мы с вами видим, как он неправильно это воспринимает. Для человека состоятельного очень важно увидеть в этом промысел Божий и понять, что Господь дарует ему те блага земные не для того, чтобы он только занимался удовлетворением своих потребностей, но для того, чтобы он в первую очередь, да, замечал вокруг себя ближних и нуждающихся. Тем, через тех, да, кому можно помочь. И понимал, что в данной ситуации Господь через этого человека, да, пытается помочь. Пытается расширить его кругозор и обратить внимание действительно на тех нуждающихся. Веряет ему эти богатства, веряет ему это достояние, да, видя, что он может им грамотно распорядиться. Но, да, многое всегда упирается именно в человека. На примере этого человека мы с вами видим, что он этого не увидел. И, а может быть, и не захотел увидеть промысел Божий. И вот это очень важно нам, христианам, понимать в нашей жизни, что мы, несмотря на ту ситуацию, которая у нас есть в нашей жизни, не только горестную, но и радостную, да, всегда должны увидеть в этом Господа Бога. Всегда должны идти с Господом и видеть в этом промысел Божий. И второй момент, который мы с вами видим, уже именно вопрос наших ценностей. На примере этого человека мы с вами видим, что для него было по-настоящему ценно, а что второстепенно. Да? Он сделал акцент на земное, и он проиграл. Он поставил все, да, на свое состояние, благосостояние, и остался ни с чем. Почему? Потому что здесь очень важно всегда, как святые отцы учат нас, да, задумываться о жизни после смерти. Задумываться о смерти и задумываться о жизни после смерти. Это не значит, что смерть должна над нами давлеть, как тень какая-то. Да? Это значит о том, что мы должны немножечко смотреть шире, немножечко смотреть дальше, чем наша жизнь, и понимать, с чем мы придем к Господу Богу. Понимать, что все то земное, что нас окружает, оно, конечно же, не умаляет своей ценности, но это, да, то, что второстепенно, а то, что первостепенно, это жизнь со Христом и жизнь в Господе Боге. Это, по сути, очень хорошо здесь видно наши ценности, наши христианские ценности, что для нас по-настоящему важно, а что второстепенно. И мы, к сожалению, в суете наших дней часто забываем про вот эти первостепенные, да, путаем второстепенные и первостепенные вещи. Например, сейчас идет рождественский пост. Мы много говорим о посте, да, но порой упускаем момент Рождества. Забывая о том, что Рождество, вот что есть цель и что первоцель. Не рождественский пост есть первоцель. Пост есть лишь средство, да, к чему мы идем, а мы идем к празднику Рождества Христова. Точно так же и в нашей жизни. Вся наша жизнь, да, это средство. Средство для достижения Царствия Божьего. Средство для того, чтобы прийти к Господу Богу. А первая цель, да, это наследовать Царствие Божие. Это вернуться к тому первозданному состоянию, в котором Господь Бог нас и создал. И Господь нас такими притчами предупреждает. Предупреждает и напоминает о том, чтобы мы в очередной раз подумали, что в нашей жизни важно, да, а что второстепенно. Что в нашей жизни первостепенно, да, и пересмотрели свои еще раз жизненные ценности. На что у нас идет акцент, да, о чем мы больше думаем, о Христе, о Боге, или все-таки больше о земной жизни печемся. Еще раз говорю, это не значит, что не нужно думать о земном, да, но это значит о том, что на первом месте Господь, а дальше уже все остальное, да, как говорится, и заботы и о любимом супруге и супруге или супруге, да, о любимом, о любимых детях, о любимых родителях, о работе, о жизни нашей житейской, о суете, о хлопотах, но первостепенно в нашей жизни должен быть Господь Бог. Благодарю вас за молитвы, да, будем стараться всегда тянуться ко Господу, видеть эту первую цель, как маяк нашей жизни. Будем стараться всегда, несмотря на наши трудности, горести, радости и счастья, видеть во всем этом Господа Бога, да, увидеть промысел Божий во всех этих ситуациях, стараться увидеть Господа Бога в этих ситуациях. И таким образом, да, все больше и ближе становиться к Царству Божию, ко Господу Богу, ко Христу, не забывать о Нем. Поздравляю всех вас с Божественной Литургией еще раз. Для причастников сейчас будут прочитаны благодарственные молитвы по Святому Причащению. И сегодня вечером у нас еще в 16:00 будет служиться молебен с акафистом к сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.